ночь на 13 июня текущего года в одном из домов по улице Советской Армии в правобережном районе города Магнитогорска между сожителями на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, возникшая из личной неприязни друг к другу. В ходе данной ссоры девушка вооружилась кухонным ножом и в ходе вот этой продолжающейся ссоры нанесла не менее одного удара клинком ножа в область переднюю поверхность грудной клетки. От полученного ранения молодой человек в кратчайшее время скончался на месте происшествия. Поскольку она на иждивении имеет малолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется положительно, после совершенного преступления приняла меры к оказанию медицинской помощи, по нашему ходатайству ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В один из дней июня житель города Магнитогорска 93-го года рождения пригласил ранее ему знакомую по популярной социальной сети на свидание. Это девушка 97-го года рождения, жительница Карталинского района. Встретились они в дневное время. Под надуманным предлогом он пригласил ее на открытый безлюдный участок местности по улице Вознесенской, около одного из домов на берегу реки Урал, где, применяя к ней насилие, совершил с ней насильственный половой акт против ее воли. После случившегося девушка обратилась в правоохранительные органы, подала заявление о совершенном в отношении нее преступлении, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность данного молодого человека была в кратчайшие сроки установлена. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть изнасилование.